Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Маша, и это обещанное видео о том, как купить товары с использованием купона на сайте AliExpress. Для начала нужно скачать мобильное приложение AliExpress. У меня это с Play Market. У меня оно уже установлено, поэтому просто открываю. На главной странице есть вкладка «Мобильные бонусы». Нажав на нее, мы попадаем на страницу, где можно собирать монетки, заходя каждый день. Количество монеток увеличивается до максимального 16 штук, и достигнув это значение, при каждом заходе собираете 16 монет. Но заходить нужно каждый день. Еще можно зарабатывать во вкладках ниже. Я еще поливаю дерево. Здесь вы сами почитаете, полистаете и посмотрите, как можно зарабатывать еще монетки. Далее нажимаем на вкладку «Обмен на купоны». Спускаемся чуть ниже и видим предложение продавцов для обмена монет на купоны продавца. Здесь вкладки подразделяются по тематике. Выбираем мою любимую «Красота и здоровье». Смотрим все магазины, предлагающие купить купон со скидкой. Здесь хорошие предложения, например, купон в 1 доллар при покупке на 3 доллара. Выбираю магазин, в котором хочу сделать покупку. Нажимаю и обмениваю монеты на купон. Купон куплен, заходим в магазин и выбираем товар. Я обычно делаю покупку в пределах 3 долларов, если это купон при покупке от 3 долларов. Магазины часто одни и те же, поэтому в следующий раз можно снова купить купон и купить еще что-то в этом магазине. Я выбираю себе товар, помещаю его в корзину. Теперь проверяю корзину, вот мой отложенный товар на сумму более 200 рублей, а это больше 3 долларов, поэтому можно больше ничего не выбирать. Теперь проверим купоны, нажимаем на полоски в левом верхнем углу, выбираем вкладку «Купоны продавца». Вот мой купон, действует при покупке от 186 рублей 55 копеек и скидка составляет 62 рубля 19 копеек. Могу приступать к покупке. Захожу снова в корзину, выбираю товар, сумма составляет 221 рубль 38 копеек. Нажимаем «Купить» и видно, что применился купон. Общая стоимость составляет 159 рублей 19 копеек, а дальше все просто, оплачиваем заказ. И вот покупка оплачена и составляет 159 рублей 19 копеек вместо 221 рубля 38 копеек. Согласитесь, это выгодно. Надеюсь, видео будет полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. А на сегодня у меня все. Всем спасибо, всем пока!